дорогие зрители, с вами дилер Рона Мини-Котик, скажи привет. Приветик, мяу. Сегодня мы с вами будем вместе с кошкой играть Bedwars на немецком сервере Gomi HD. Я не знаю, получится ли у нас с кошкой вместе поиграться или не получится. Я хочу зайти в тот же режим, который рассчитан каждый сам за себя. И как нам потом с кошкой вообще сражаться или не сражаться, я даже не знаю. В общем, сейчас мы куда-то зайдем, продолжим. Блин, кто-то занял мой самый любимый цвет. Все, я не розовый. Кошка у нас получается черная, я... Блин, только что оранжевым уже был. Кого тогда я цвета? Ты оранжевый, у тебя ник оранжевый. Что-то как-то непонятное. Ладно, хорошо, допустим. Все, да, я оранжевый. Так, да, кошка, говорю, кошка, оранжевый. Кошка. Кошка, ты рядышком со мной, отлично. Посмотри, да? Мы с тобой рядом. О, да, Дилерон. Два острова рядышком. Алла. Так, я тогда буду проносить пацана, который возле меня, а ты тогда туси возле себя. Так, надо пойти, посмотреть, что у нас здесь. Я на этой карте, кстати, еще не играл. Карта называется Рагнар, там или как-то так. Так, что мне нужно? Мне нужны блоки. Закрыть кроватку нужно будет хоть как-то. Хотя бы вот я так вот ее закрыть. Острова не ногой. Думаешь, что это хорошая идейка? Кстати, тут есть, да, индейка. Как тут есть? Это железо. Железо, может быть, где-то оно спавнится на острове, может быть, нет. Я не вижу. А, я вижу, а возле вижу, острова вижу, есть какое-то место, где можно что-то прикупить. Так, я, наверное, переодеваюсь. Пум-пум-пум-пум-пум. Отлично. И, наверное, куплю себе палку. Побегу с палкой нападать. Так, палка и, наверное, кирка. Надо бы что-то пожать еще купить. Блин, так вообще без тебя грустно. Вот это что одеваться самому нужно, это капец просто. Это да. Так, ну пум-пум-пум-пум-пум. Сколько мне нужно будет. Ощущаешь мою мощь? Да-да, кошковка, ощущаю, ощущаю. Сейчас вроде бы играю вместе, а все равно все делать нужно самому. Так, нужно блоки поближе, блоки поближе. Блин, запутался в блоках, все, разобрался. Так, нападать на пацана. Пацан построился на центр, ох, где вроде бы пока никто не строится. Так, я, наверное, буду залезать наверх, а сверху уже буду строиться к пацану. Буду пытаться его поверху пронести. Так, давай, дилерон, давай, давай. Так, отлично, это подходящая высота. Если хочешь, можешь ко мне простроиться. Это у тебя ответственное такое задание. Не, а моя кровать как же все-таки? Ну, надо заделать блинчик, ее. Как-то вот так вот. Я пока нападаю на пацана. Ты ее хочешь застраивать. Да, в этих режимах. Я реально, я сколько раз играл, я никогда кровать не застраивал. Просто занимался такой вот фигней и вроде бы норм. Главное, ну, чтобы меня сейчас туда никто не спалил. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Заходим, не палимся. Пацанчик вроде бы уже приоделся и что-то задумал, видать. Так, кому-то сломали кроватку. Кому-то ее нафиг сломали. Так, вроде бы он не знает, что я у него. Нет, он уже знает, что я у него в гостях. Блин, у него есть дурацкий лук. Дурацкий, блин, лук у него есть. Так, что мне с ним бы такого коварного сделать? Он сейчас постарается ко мне, наверное, забраться. А ты к железу пошла? Да. Нифига себе. Блин, может, тогда и простроишься потом к моему острову, будешь меня защищать. Было бы отлично с твоей стороны. Блинчик. Да, парень, я тебя вижу. Я знаю, что ты где-то здесь. Ничего себе, железяка. Так, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, парень. Давай, выходи. Я хочу тебя скинуть. Хочу тебя скинуть. Так, нет, 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 мистер. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Так, пошел, 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 пошел отсюда. Пошел, отлично, я его убрал, я его убрал. Так, идем ломаем. Радости такие. Да, конечно, все, я его зафигарил. Один так, он, по идее, железа появиться должен был. Нет, он не появился. Все, я пошел за золотом. А я за железом. Отлично. Блинчик. Что же делать? Блин, что же делать? Я, наверное, все-таки его железо использую в своих целях коварных. Мне нужно тоже меч себе купить какой-то хотя бы за троечку. Так, меч за троечку. Отлично. А мне никто не идет, крутя. Меня сейчас могут зафигарить. Нефиг делать, могут меня зафигарить. Так, давай, дилерон, одевайся. И еще блоков прикупайся. Так, блоков прикупился. Теперь пожать бы еще себе взять. Так, отлично, пожать взял. Фух, живем. Так, много всего полезного набрал. Так, пожрать, пожрать. Блинчик, на центре вроде бы никого нет. Все, я пошел тогда за луком. Отлично. Я обычно никогда центра не занимаю, но раз мы с кошкой, то, возможно, это судьба. Моя кроватка вроде бы еще целая даже. Ничего себе. Слушай, сейчас по мою душу придет. Я вот просто знаю. Я забираю 4 золота и валю отсюда. Так, блинчик, где еще одно золото? А есть золото. Так, быстрее. Надо бы, наверное, кошке идти. Сейчас есть золото. Я сейчас тебе все дам. А, ничего мне не нужно. Сейчас я иду к тебе в гости, наверное. Так, где мое железо? Кто-то пробежал здесь, что ли? Или оно еще не отспавнилось? Тебе что-то надо сделать? Мне ничего. Так, я пошел обратно домой. Так, ну-ка, пум-пум. Сейчас я к тебе приду в гости. И поделюсь с тобой ресурсами. Надо было лук купить вообще. Не страдать фигней. Ну да ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Домой, домой, домой. Фух.
меня там, по идее, тоже железо уже понаспаунилось. Слушай, стройся ко мне в гости. Или ладно, сиди там, держи оборону у себя. Уговорила. Кто придет, кому тому и люлей надаю. Даешь люлей? Так, ну окей. Так, я тогда буду пытаться на кого-то нападать. Нападать, на кого не знаю. Так, это все мусор. Кирка неплохая хочу. Так вот, неплохая кирка. Я дома нифига толком не сделано. Блин, может за железом своим сходить? Эх, не знаю. Ладно, простроюсь тогда к своему железу. Надеюсь, что меня не зафигарят за это. Так, давай. Достраивайся, Делерон. Сейчас как скинут. Так, летят стрелы. В меня, что ли? Что, ненормальные? Кажется, меня кто-то из лука пытается зафигарить. Негодяй. Не, все, я не хочу. Не хочу туда больше идти. Так, торговец, продай тогда мне лесенок. Отлично. Замечательная идея. Поторговаться с ним. Так, быстрее выбираемся. Сейчас залезу тебе и буду нападать на всех. Тебе что-то меч надо, скажи? У меня сундук просто тут есть. Не, мне ничего не нужно. Мне бы... Блинчик, что ж ты не ставишься-то? Глючная какаха. Нифига ставиться не хочет. Как-то ранее пройти вообще. Мне бы лук, ну ладно. Ну, сходи за луком. Блин, я сейчас убьюсь просто. Что это у тебя за постройки? Я пытаюсь себя убить, скорее всего. Ладно, я иду к тебе. Я объяснений никаких других нет. Блин. Дурацкие лесенки. Я пытаюсь поставить лесенку, у меня лесенка нифига не ставится. Вот, отлично, отлагала. Какой-то глюк был, скорее всего, у сервера или у фиг его знает, что там такое. Так, осталось 3 игрока, что ли? Нет, 4 игрока. Двое без кровати, и мы с тобой с кроватями. Ничего себе. Так, мне нужно идти на кого-то нападать. У нас живые цвета, только наши. А эти пацаны, значит, сидят на центре. Так, я тебя вижу, парень, между прочим. Блин, блинчик. У них они с луком все, пипец. Да, они все с луками. Так, я знаю, что мне нужно сделать. Мне нужна моя тактика отработанная. Так, забираем это все, забрали. Уходим обратно, быстрее бежим, пока кошки меня не съели. Так, и, пожалуйста, сударь, извольте мне один трапик хотя бы. Так, трапик готов. Сейчас мы трапиком попытаемся воспользоваться и кого-то в трапик заманить. Так, пум-пум-пум-пум. Пожрать. Фух, страшно. Та-да. Вроде бы кто-то оттуда еще отстреливается. Я пока не могу понять, где находится еще один игрок. Он где-то у розовых, что ли, сидит. Фиг его знает. Ладно, сейчас мы заберемся. Ты что, решил меня пострелять, что ли? Кажется, парень на меня обозлился. Так, ладно, сделаем себе заход наверх. Так, а ну-ка, пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, ставься. Блин, оно глючит вообще. Кашная фигня. У меня вообще такие баррикады. У меня баррикады? У меня и у тебя лесенки вообще. А, то я вижу. Я пытаюсь вычислить, на каком из островов находится пацанчик. В теории на розовом он сидит. Или еще на каком-то. Может быть, этого пацана в спину пофигарить? Было бы неплохо довольно-таки. Он красный, Делерон, он красный. Он стреляет, да я вижу, это красный. Я вижу его. Так, я, наверное, возьму вот так вот сделаю. Так, ну-ка, пум. Слушай, я могу его до себя нагреть и простраиваться. Думаешь, хорошая идея? Так, мне нужно какое-то укрепление здесь построить аккуратненько. Ну-ка, пум-пум-пум. Так, укрепление. Эх, дурацкая фигня. Так, уберись. Цветочек, уходи. Я себе что-то непонятное строю здесь. Надеюсь, что все будет хорошо. Так, пум-пум-пум. Тик-тик-тик-тик. Все, у меня мини-остров почти завершен. Я могу отсюда вести бои. Сколько у меня железа есть? 5 штучек. Я, наверное, схожу, куплю себе еще один трапик. Так, а ну-ка, аккуратненько. Может, простроиться к нему? Ты можешь ко мне простроиться, если хочешь. Ну или не надо. Меня убьют. Зарежут. Блин. Что я могу тебе сказать? Либо да, либо нет. Я думаю, мне либо в наглую пытаться к нему бежать, или не стоит. Так, парень там с кем-то сражается, отлично вообще. У меня пока только одно сражение. Может пойти тебя зафигарить, что ли, на всякий пожарный. А если не получится? Ну, возможно, не получится. Никто не гарантирует победу над кошками стопроцентную. Это ж кошки. Кто знает, что там получится с теми кошками. Фух. Так, как-нибудь все так расположить поудобнее. Я, наверное, буду на него через верх, что ли, идти. Блин, кажется, меня увидят. Как же поступить? Я иду к тебе, но пока безрезультатно. Ну ладно, хорошо, пытайся ко мне прийти. Я тогда буду строиться, пока... Ай, меня скинули гады! Тебя луком зафигарили, что да, ли? Да, вот гады, говорила же. Так, надеюсь, что меня никто не видит. Я бедная у себя кошка. Берлоги, ну ладно. Бедная кошка. Значит, тоже могут скинуть, нефиг делать. Да, вот сейчас вот могут скинуть. Нет. Я вижу. Видишь, он по мне начал фигарить из лука. Ах ты ж морда. Морда. Так, ладно, придет, хорошо. Делаем тогда вот так. Аккуратненько.
Аккуратненько ставим, идем, аккуратненько ставим, идем. Меня здесь нет, все отлично. Тик-тик-тик-тик-тик. Я строюсь так, чтобы у меня... Он к тебе идет. Серьезно, что ли? Пытается, пытается. Так, ладно, хорошо, мы тогда сделаем парочку ловушек. Пусть продолжает идти. Я постепенно буду строиться, чтобы меня с не скинули. Так, нафиг, 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 все вот эти опасности. Опасности нам не нужны. Так, я вроде бы теперь могу-то под углом здесь пройти. Так, я хочу к тебе прийти, но не знаю. Блинчик. Так, он хочет меня скинуть очень сильно, я вижу уже. Фух, эти пацаны жесткие такие. Пацаны! Пацаны вообще, ребята. Я хочу достроиться до того пацана, которого даже еще не видел толком. Так, так. Блоков очень много нужно тратить на все это дело. Ладно, я опять пойду. Сейчас все поснимаю. Ну, давай. Блин, ему круто, он здесь сидит на центре, сейчас налутается, там он бежит домой, купит себе какую-то нереальную броню там или еще что-нибудь крутое нереальное. Ой, он меня опять выстрелил, вот ты, сосуля. Блин, кошка обижает. Сосуля, сопелюшка. Не обижайте кошек, кошки хорошие. Хорошо, я зато все, знаешь, покидала, я как бы сняла себе всякие оружие, шмот. А ты голая, что ли, бежала на него? Ну да, я что, не понимаю. Кошка нападения нудистов. Я бежала голая. Блин. Все дела. Ты же понимаешь. Он до сих пор на центре еще сидит. Так, ладно, сейчас мы вот так вот по-хитрому достроимся. Че, ты когда без тебя играл, у меня было как-то все более оживленное. Вы не заметили вообще? Да. У тебя лук есть? Да, у меня есть лук. Ну, видишь как. Так, теперь у меня есть проход на центр, который ничем мне не поможет. Настрой осталось? Я-то думал, что еще пацан есть. Я к этому дурацкому пацану так долго строился. А все, что можно было сделать, это, блин, просто прийти на центр и убить его. Вот же ж фигня какая нездоровая. Я столько мучился. Блин, все. Короче, нужно идти и фигарить его. Что-то я бежать не мог. Сейчас я блоков куплю и нападу на него. Блин, я реально думал, что все гораздо сложнее, чем я себе представлял. Он ко мне идет. Пытается. Так, я иду тогда на него нападать. Может быть, мне хотя бы что-то себе получше сделать. Сейчас я хотя бы нагрудник себе куплю покруче. Погоди, кошка, секунду. Потому что у меня нагрудник не топовый. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Топовый нагрудник один, пожалуйста. И еще вот тебе цветочки, вот тебе цветочки. Зелька скорости возьму у тебя одно, спасибо. И еще, да, забери свои цветы, что ты в самом деле? Стесняешься, что ли? Забирай. А, так, он уже ушел, надо к нему быстренько простроиться, ё-моё. Он с центра ушел? Да. Вот, это нехорошо. Тиберон, все, я пошла к нему. Так, я тогда потихоньку сейчас буду снова нападать. Я на центр пошла. Если он меня собьет, так и будет. Зато у меня простроена тропа будет. Ну, давай. Так, я пошел на него тогда нападать. Подожди, случайно не ко мне он идет? Я его не вижу, если честно. Он, скорее всего, ушел куда-то. Фиг пойми куда. Но он где-то у себя сидит в своих вот недрах. Пусть щурится где-то там сидит, а мы так, сейчас все, пойдем центр на центр. Мой, центр мой, центр мой. Сейчас не, скоро мы будем. По одному сражаться должны, здесь тимиться нельзя. То, что я на тебя не нападаю, это как бы такое, то, что вот мы с тобой жестко затимимся, это уже некрасиво будет. Да. Так, это нафиг, это ближе. У меня уже есть ресурсы, в принципе, на меч себе неплохой. Сейчас меня может убить дилерон. Думаешь? Я кровать свою застроила, но как бы я от нее уже далеко, ты же сам видишь. О, к тебе идет! Да, я вижу. Так, парень, до свидания. До свидос, до свидос, до свидос. Кажется, у него лук покруче моего, но пофиг. Не попал. А, моя паутинка потратилась. Блин. Так, что мне тебе сделать, скажи? Да ничего, сиди себе, живи на своем острове. Хочешь, моему острову можешь прийти в гости. Блинчик, я паутинку потратил. Может быть, домой вернуться? Потом снова на центр приду. Ладно, я возвращаюсь домой. Не, я сейчас себе меч сделаю крутой. Тут, блин, золото спавнится, продолжает. Кошка на центр бежит? Ничего себе. Да. Ты возле центра, кстати, была. Так, я тогда делаю себе меч крутой. Так, не то. Вот, крутой меч. Отлично, я сделал. Собьют, я уверена. Так, я себе сделал, да. А верни, пожалуйста, мне золото. Носатый, золото верни. Мое золото верни. Ты ж морда носатая, мне золото не хочешь возвращать. Так что мне еще нужно было. Ладно, пофиг. А как я сейчас сюда пришел? А, все. Все, я на центре, Дилерон. На центре. Да. Я тогда на него сейчас буду нападать. У меня есть, по идее, где-то ловушки были расставлены, но, кажется, не здесь, да. Определенно мои ловушки расставлены где-то не здесь. Ну, ладушки. Так, я его не вижу, если честно. Он у меня вон он на мою кровать пошел! На твою кровать? Это я иду к нему в гости. Я к нему сейчас в гости иду. А. Так, а ну-ка. Вроде бы этот меч тоже с отталкиванием. Блинчик. Кто-то кого-то сбил. От тебя? Че, он шлепнулся вниз вообще? Наркоман, что ли? Вниз упал.
Серьезно? Да, он вниз упал. Он не упал вниз, он хитрый. Блин, он очень хитрый, очень хитрый, очень хитрый. Он упал вниз, а там начал строиться. Вот же шморта проклятая. Он ко мне бежит, он бежит ломать мою кровать. Он мою кровать идет ломать. О, я вижу, давай, Делерон. Блин, он сломал мою кроватку. Как ты посмел? Это какой-то очень хитрый, коварный план. Очень хитрый, коварный план. Ну пошел нафиг отсюда. Меня сбил, гад. Блин, я его, короче, зафигарил, но я без кровати остался. Капец. Вот же ж проклятая моська. Так, ладно, сейчас тогда быстренько заберу свое железо вот здесь и пойду к нему с паутинками. Так, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, пум-пум-пум. Так, забрать свое железо. Только не шлепнуться бы, было бы вообще отлично. Занимай центр, кошка, беги на центр, покупай себе там лук и сиди на центре. Так, мне нужны ловушки носатые, мне нужны ловушки. Не спрашивайте, зачем. Так, ловушки хотя бы две, ладно, три. И, наверное, зелька возвращения. Так, не зелька возвращения, вот эта вот фигня, порох. Так, ловушки поближе, отлично. Так, как мне к нему пройти вообще поудобнее? Скорее всего, опять сюда. Я думаю, что я его зафигарю, ну, скорее всего. Кроватку, конечно, жалко. Я не видел такого хитрого нападения, реально. Он взял, упал вниз у себя на какой-то вот низине, и по этой низине он простроился. Это было слишком хитро. Он использовал палочку для того, чтобы шлепнуться. Может быть, себе тоже такую палочку купить? Я, наверное, себе тоже такую палку куплю, как у него было. Так, а ну-ка, палку. Нет, не то. Где этот посох? Блин, он сейчас, кажется, там успеет залутаться. Ладно, купил себе эту фигню. И... Да ладно, мне больше ничего не нужно. Золото я оставил. Сейчас я буду там на него нападать. Сейчас так, я возвращалку домой еще себе куплю. Ну, покупай. Так, а ну-ка. Он где-то вообще напротив нас должен быть. Он в дальних далях. Кошка-то, может, залуталась золотом, да? Да. Сейчас себе сделаю. Золотая кошка. Обычный, да? Два лука. Слушай, себе сделаю. Слушай, знаешь что? Мы с тобой остались один на один. Я без кровати, а ты с кроватью, прикинь? Он как убежал кто? Куда-то вообще. Он убежал. Так что у нас с тобой сейчас будет честное сражение. Ты готова, кошка? Нет. Нет? Я себе два лука сделала. Два лука сделала? Да. Серьезно? Серьезно? Я 12 золота взяла. А что ты не одеваешься? Сейчас оденусь. А ты видишь меня? Ну, как тебе сказать? Ну, так. Или ты возле меня? Эй, Делерон, иди! Блин, так нечестно. Прости, кошка, кому сейчас легко. Кому сейчас легко. Блин, нифига не вижу. А, капец. Кошка здесь замоталась вообще. Так где твоя кроватка? Так, а ну иди отсюда, иди отсюда. Все, до свидания. До свидания. Никого не знаю, ничего не вижу. Где кошкина кроватка? Ты животное. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Где кошкина кроватка? Блин. Где твоя кровать? Ты, блин, кошачий строитель. Так, что-то нужно кошке есть построить такое жесткое. Так, поставить. Вот эти вот блоки тебе поставлю. Так, ты их будешь ломать вечность. Так, а ну иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Кыш-кыш-кыш. Где эти блоки? Не могу их поставить. Вот, отлично. Ты его будешь ломать просто всегда. Я пока продолжаю раскопки. Надо покушать, кстати. Так, покушаем. Покушаем. Продолжаем раскопки. Я не знаю, он решил убежать. Так, сломал кошке кровать. Беги. Беги, кошка. Я тебя буду сейчас палкой бить. Так, иду, уходи. Уходи отсюда. Уходи. До свидания. Из лука расстрелять кошку. Что я могу сказать? Я тебе говорил, кошка, сражайся, кошка, что-то делай. Все, ладно, я больше не буду с кошкой играть, это было слишком жестоко. Вот реально, пишите, поиграй с кошкой, потом я ее убиваю, мне ее жалко. Все, следующая серия будет без мини-кошки. Либо будем играть с ней вместе за какую-то одну команду. Потому что там, где каждый сам за себя, убийство мини-котиков, я потом очень долго грустю, что я убил мини-кошку. Ладно, вообще спасибо, что вы смотрели. Для вас играли и комментировали Делерон Миникотик. Если впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, заберите на мой второй канал, кошки, ссылки в описании. До скорых встреч, всем пока-пока. Всем пока.